наши машины застряли в снегу. Как же им помочь? Может, нам поможет экскаватор? Хотя нет. Может, нам поможет бульдозер? Хотя нет. О, я знаю, кто нам поможет. Нам поможет снегоуборочная машина. Ребята, появилась срочная работа для снегоуборочной машины. Давайте ее скорее открывать. Ребята, это огромная снегоуборочная машина. Снегоуборочная машина, открываются двери. Здесь есть ступеньки, по которым можно подняться наверх. Здесь есть руль, который замечательно крутится. А самое главное, у снегоуборочной машины есть отвал, которым она расчищает дорогу от снега. Давайте его распакуем. Это отвал, а это крепеж, к которому будет крепиться отвал к машине. И присоединяем к снегоуборочной машине. Здесь мы можем регулировать угол поворота отвала. А в настоящей снегоуборочной машине угол поворота регулируется гидравлическими цилиндрами. Вот они. Также отвал может подниматься и опускаться. Ребята, у снегоуборочной машины есть резервуар для смеси песка и соли. Он открывается, и в него можно заглянуть. Резервуар соединен с механизмом для выбрасывания песка. Здесь можно открыть и посмотреть, как работает вся система. Здесь есть откидывающая лестница, по которой можно подняться на платформу снегоуборочной машины. И самое главное, на резервуаре есть переключатель режима. Вот оно. Ребят, скорее поехали спасать машин и расчищать дорогу от снега. Ребята, мы всю дорогу от снега очистили. Теперь ее посыпем солью.
Ребята, наша снегоуборочная машина справилась с работой. Теперь наши машины могут ехать по делам.